некоторых людей ничего не учит. Пока меня не впутали. Похоже, назревает. У тебя есть? У меня есть все, что тебе. Ладно, вот тебе 10 кусков. Спасибо. Если ты пройдешь по главной шахте и спустишься вниз по мосткам, вскоре ты увидишь пещеры. Во второй пещере стоит стражник. Там же находится старый пресс. Там где-то лежит целебный эликсир. Только будь осторожен и держись подальше от ползунов. Если тебе что-нибудь понадобится или узнаешь, что... Дай мне пройти. Дай мне пройти.
Где ты? Я... Шестеренку? Представление, но в боков... Я просто осмотрю. Только чтобы... Ты что-нибудь про... Ага! Всегда болтают. Я больше этого не... Я не хочу в это ввязываться. Некоторых людей ничего не учат. Скорее всего, ты прав. Я больше не слушаю всякую трепотню.
Ты можешь дать мне немного руды? Если у тебя есть какой-нибудь... Что с этим орком? Он наш пленник. Ему еще повезло, что сломалась шестеренка у пресса. Только поэтому этот гаденыш сейчас отдыхает. Как только пресс починит, он вновь будет работать. Хватит уже бездельничать. Дай мне пройти. Убери это чертово оружие! Вот это... Ты об этом пожалеешь! Снова ищешь неприятностей? Как жизнь? Ну, а ты как думаешь? Кто здесь главный? Нами командует Астхан. А Ян заправляет делами. Да-да, без паники. Ты победил. Он прикончил его. Ты об этом пожалеешь.